Клещ людей. Привет, рулет! Привет, рулет! Шутка! Привет, буду, да! А кто вы такие? Шутка, я Изя! Я Изя! Машки, у тебя Изя, под Одессу живу 600 км! Да-да-да, у нас есть его! Да-да-да! У нас такие девочки красивые, да? Девочки красивые, все заебись, у нас, короче, уже... Все, клево! Я к приговору будешь ходить, между глазами. Все клево! Что вы продаете? Продаете еще? Да-да-да, дешевле сделать, дешевле. Дешевле. Пани, Андрейте... А я него Гройсман, двоюродний брат, Гройсман. Ні, це не Гройсман. А цей я ціню. Це є пускаль. А це Гройсман жінка. Вінів. Що за гроші такі? Це великі гроші, він дає жінці свої. Це осталось за Совєтського Союзу. Ми йдемо п'ять, коли люди скопають. Це буде дешев. Та херня. Привет, какая компания? А зиграйте нам что? А ты же жинка. А что вы тебе играл? Он у меня. Он жинка, ваша жинка. Раз. А заспевай. Я тебе может доллары покладу. А мне пальто? 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 Заспевайте. А у пальто? А в городе приходят люди. А это зима. А правила при шляпе и при сне. Карманчик сорванный, карманчик в сторону, и лакманчик сидит в пахмане. Я Кривичкевич очень сильно обожаю, там голубые жизнь казенную веду. Жизнь бедетные, всегда приметные, и на аборты они девичьи идут. А почему зимой и нахуй летом жарко? А потому что очень много у нас такси. А у них мясистые, всегда таксистые. По-русски ботают, кого ты не спроси. Здесь пистолеты применяют вместо слова «вашкуда». И наплевали на придуманный закон. Седые мальчики кусают пальчики, неодолимый перед ними Рубикон. А скажи мне, капец, пиздец, пиздец.